вообще эти ограничения и повышение коммунальных услуг, скажем, которые грядет, это ужасно для пенсионеров. Это просто нет соответствия, значит, повышению вот этим расценкам, да, коммунальных услуг и зарплат, пенсий нет соответствия. Ну, это спровоцирует панику. Панику. Я думаю, что даже если не было ограничения, я не думаю, что сейчас бы все кинулись скупать это мешками, потому как уже давно, по-моему, все экономно все покупают. А если вводить эти ограничения, это наоборот, мне кажется. Любі обмеження за собою викликають якісь негативні речі. Ми претендуємо на те, щоб піти в Європу, щоб стати вільною країною. І всякі обмеження вважаю, що тут недопустимі. В общем, это все очень плохо, нам это все не нравится, и мы будем покупать все на рынке. Там нет запретов, будем покупать по два масла и по три. Мне все равно. Я лично не люблю запасы, но поскольку растут цены, люди хотят же хоть какую-то копейку сэкономить. Ограничения мне не нравятся. Хорошо. Пусть люди покупают. Не вижу этого смысла. Закупаться не будем, потому что, ну, смысла в этом нет. Почему? Потому что покупаешь, например, муку ту же, да, в ней заводятся какие-то букашки. Ну, смысл какой в нем? И ты его выбрасываешь, то, что закупил, казалось бы, по низшей цене. В принципе, я уважаю, что ни до чего. Я уже закупила, если честно. У меня под кроватью есть банки с гречкой. Не, ну без шуток, ну честное слово. Хорошо. Банки с гречкой, с рисом. Теперь мы будем знать, где есть. Так что мы вдвоем уже закупаться не будем. У нас уже есть где кушать.